Приветствую смотрящих, сегодня будет обзор на ZPV. Я думаю, много кто слышал про этот сервер, плавящийся комп, реклама, все дела. Вот, ну и что можно сказать о сервере? Во-первых, тут работают баги, есть инкаст. Инкаст я вам сейчас продемонстрирую немного о сервере. Как вы догадались, это 1.3.6, полноценная классика. Сейчас идет, в принципе, съемка вот в 2-3 ночи. Люди бегают, котики стоят, офлайн котов тут нету, абсолютно нету никаких модов, то есть каких-то офлайн котов, там, я не знаю, никаких фич, тут не работает тап, нету хоткеев, то есть это полноценная классика. Нету комиссионки, как на каких-то других ядрах 1.5.5 и прочих. Просто полноценная классика, вот вы кликаете, ищете все на аукционе. Насчет инкаста, как он тут добывается? Вы собираете себе 9 пени, то есть 6 бижей и 3 пени. Нажимаете громовой порошочек, и в принципе все скиллы вылетают инкастом. Вот. Ну и что еще в принципе хочется добавить? Как я уже сказал, тап тут не работает. Тут очень крутой античит. То есть тут, наверное, самый топовый античит, вообще, который может быть в ПВ. Он очень дорогой. И вообще, в принципе, говорить о затратах этого проекта, это сейчас вам покажу. Заходим на сайт этого проекта, и что мы первое видим, это uptime 5 лет. То есть сервер работает в рабочем режиме уже 5 лет, и это очень достаточно долгое время. И стоит отдать должное ребятам на админах, потому что держать сервер такое долгое время, это прям респект. Также, как я уже сказал, они очень много тратят денег на рекламу. Этот сервер постоянно в топе, на ММ топе, держит первую позицию. Обновления тут выпускаются регулярно, но, как я понял, в основном в день рождения этого сервера очень хорошие обновления делают. Также регулярно проводят PvP-турниры, в принципе, на 1.3.6. Такое мало где увидишь. Если вкратце, то это полноценная классика, которая была в 2008 году, которая все алды любили, наверное, и привыкли играть. Я, к сожалению, или к счастью, не застал это время. Еще разочек вам покажу инкас, как выглядит. Прожимаете full скиллы, и они вылетают. Вот, ну, на самом деле это прикольно. Не знаю, некоторым, конечно, не нравится, но, не знаю, мне по кайфу. Ну, что-то я немного отошел от темы. В общем, не работает тап, нету офлайн котов. То есть, ну, реально полноценная классика, та, которая на 1.3.6. Она абсолютно не изменена. Возможно, просто добавлена хрона по желанию игрокам. И, наверное, да и все. Админы часто прислушиваются к игрокам. Наверное, вроде бы даже было предложение сделать джинов. И 79-е скиллы вместе с сотыми. Но игроки отказались. У меня, наверное, такой первый раз, когда я не знаю в обзоре вообще, ну, что дальше сказать. Вроде бы как будто все я рассказал, хочется еще что-то рассказать, но рассказать по сути нечего, потому что это, ну, реально классика 2008 года. Вроде бы это единственный сервер вообще, который классический может быть, потому что остальное все модифицировано, как-то там вот эти все офлайн-коты для онлайна и тому подобное. Вот, в общем, ребята, кому понравилось, залетайте. Единственная классика. Пофармите, покачайтесь, я не знаю. В основном люди тут играют для какого-то такого эстетического кайфа, я так понимаю. Потому что вроде бы, ну, кого не спрашиваешь, почему тебе нравится 1.3.6 версия. Ну, люди тут играют, чтобы покачаться, не знаю, пообщаться. Тут контингент людей вроде бы 25+, какой-то 30+ на этой версии. В основном тут реально играют, чтобы отдохнуть от работы, от каких-то обыденных дел в жизни. В общем, кто любит 1.3.6 классику, возможно, это тот самый сервер, который будет вам по душе.